Всем приветик, дорогие друзья! Это видео снова про секонд-хенд. На этой неделе покажу вам, какая была коллекция, вернее, уже немножечко остатки. 56 гривен за килограмм обычного секонда, и люкс стоил 331 гривна. Вот столько вещей я мерила. Да, мне удалось их все померить, поэтому, кому интересно, не переключайтесь, смотрите до конца. Много интересных новиночек будет. Итак, поехали, приглашаю вас в примерочную. Итак, начнем. Первая футболка, это вот такая серый вариант с интересным принтом в виде цветочного веночка на груди нарисован. В принципе, симпатичная футболочка, она простая, она обыкновенная, но за эти деньги, которые она стоит 5 гривен, это как расходный материал, можно... Мне кажется, их набрать целый килограмм и менять хоть каждый день, ходить по дому или даже на даче, кто как хочет. Вот так она выглядит, в принципе, неплохой вариант. Следующая вещь мне очень понравилась. Это такая шифоновая блуза с воротничком. Блуза, которую носится, наверное, можно носить не заправленная, она довольно длинная, видите какая. Она прозрачная, она на пуговичках и такой воротник кружева. Очень интересный принт. Классная, классная, конечно, вещь такая для настоящих модниц. Поэтому можно присмотреться. Она стоит тоже копейки, 4 гривны, потому что она просто легчайшая. Поэтому она почти даром. Далее у нас вот такой серебряный топ я нашла. Он в идеальном полностью состоянии. Он такой полностью идет в серебре из ткани, как сказать, люрекс, да, с блестками. Более, наверное, вечерний вариант, нарядный вариант, ну, на любителя. Сзади поясок такой интересный можно завязать. Впереди идут узоры. Красиво подчеркнута грудь, красиво на плечах вот эти лямки очень красиво сделаны. В принципе, топ очень неплохой, кто любит такие вещи, тоже он стоил там до 10 гривен, буквально даром, можно вот откопать действительно такую интересную вещь. Смотрите вот вблизи, как выглядит ткань, просто шикарно. Бренд этот называется Жене Норман, я прочитала, что это довольно молодой, но уже очень успешный и популярный британский бренд женской одежды для молодых женщин. Далее мне попался на глаза довольно яркий, такой нежный, романтичный топ, футболочка с ромашками. Кто любит такой стиль, вся в ромашках, принт и впереди немножечко кружева. В принципе, довольно неплохо, она немножко широковата, она не в обтяжку. Широкий вариант, ничего не будет облипать вас, никак некомфортно себя чувствовать в нем не будете. Кто любит такую расцветку, ромашки очень красиво и мило смотрятся, очень нежно, романтично. И впереди также грудь сделана красиво. Вот так вблизи выглядит кофточка. Прозрачное кружевное оформление возле горловины и груди. И это бренд, наверное, читается так, F&F, Англия. Следующая вещь, это вот такая белая футболка с принтом. Принт, кстати, не наклеен, а напечатан, что очень удобно и хорошо для стирки. Он не будет выстирываться, скорее всего. Мне по росту подходит, не подстреленная, и рукавчик, и длина хорошо на высоких девушек. Очень даже неплохая, симпатичная футболка, в идеальном состоянии. Нет никаких пятен, катышек, да, и так далее. Потому что белый цвет очень марки, но она абсолютно чистенькая, свеженькая, выглядит на все 100%.
Следующий топ, когда я увидела его на вешалке, конечно, не смогла стоять, чтобы его не взять померить, потому что это яркое солнечное настроение. Это называется топ с воланом. Да, волан — это вот это кружево. Его можно, видите, носить на плечах, можно спустить с плечика, с одного, с двух плечей. Есть разнообразные варианты, как хотите. Ну, очень классный такой катоновый топ, яркий для яркого летнего путешествия, возможно, куда-то. Стоит совершенно копейки, и бренд довольно известный, качественный, это Dorothy Perkins. В общем, обалденная вещь, конечно, это действительно находка. Следующий топ, который мне попался на глаза, это вот такой топ с перьями, перышки на сером фоне, очень интересная горловина, V-образный вырез, который подчеркивает специальные такие бусинки. Интересно сделано и оригинально, поэтому из простой футболки она выглядит более как-то так элегантно даже. Очень интересная вещь, стоит совсем дешево. Следующий топ из катона с моим одним из любимейших принтов. Это ласточки. Люблю все с таким принтом. Катоновая такая, да, футболка с ласточками, но в то же время она идет с воротничком белым, который придает такой строгости, что позволяет носить такое даже в офисе и под строгие деловые брюки, допустим, или юбку. Приятная к телу катоновая ткань, и бренд — это Атмосфера. Далее очень красивая находка, это вот такое платье коктейльного варианта или даже офисного, с более завышенной талией, складочка внизу, цвет на камере более синий, но платье уходит в фиолетовую гамму цветов. На мой рост коротковато немножко, но в принципе, если девушкам пониже, очень-очень классно будет, но оно все равно выше колена, конечно же. Выше колена, и это бренд New Look. Обалденное платье, обалденное качество. И состояние, что самое главное, состояние этого платья просто на 5 баллов. Дальше, друзья, нашла удивительную находку. Такое интересное платье, нарядное. Сверху кружево, внизу подкладка бежевого телесного цвета. Смотрится очень оригинально, очень интересно на двух таких тоненьких-тоненьких бретелях. Вообще супер платье, оригинальное, очень необычное, и как вечерний вариант тоже пойдет. Следующая моя находка — очень яркий сарафан в пол. Обалденное качество ткань, довольно такая приятная к телу, что просто неимоверно, не хотелось его снимать. Смотрите, принт из листьев пальм, цветов. Ну просто купальник захватил и поехал куда-нибудь на острова, на пляж. Вот что хочется, когда одеваешь, меряешь данные вещи, такие сарафаны. Очень классная, очень красивая, выглядит на 100% на 5 баллов. Сарафан от известного бренда New Look. Да, вот такой вот сарафан, обалденный, в пол. Кто хочет продлить себе лето или оставить на следующее лето, или кто-то едет в отпуск, то, конечно, можно брать такие вещи. Последняя вещь на сегодня — это такое теплое платье. Оно действительно теплое на холодную осень, возможно, даже на зиму. На вид, возможно, оно немножечко на любителя, не совсем, может, молодежный вариант. Но мне захотелось его померить, захотелось что-то тепленькое примерить, не только летнее, не только на острова летать нам, да? Поэтому
на осень это очень актуально, даже можно в офис, оно более классического варианта, с поясом. Пояс есть, не потерялся, потому что часто в таких вещей очень сложно найти аксессуары, они теряются. Поэтому, кто хочет утеплиться, вот можно найти такие вещи. И хотела показать вам остатки из супер дешевой обуви по 56 гривен килограмм. Конечно, много уже ношенной и убитой. Но есть довольно новые варианты. Вообще абсолютно не поношенная подошва. Туфли. Просто размеров очень мало. В основном бренды New Look, которые мне встречались. Все, друзья, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мои оба канала, а также Instagram. Пишите в комментариях. И также хотела вам предложить такую небольшую игру. Смотрите, в этом видео я померила вместе с вами 12 вещей. Одну из этих вещей я купила. Какую именно, пишите в комментариях. И кто угадает, в следующем видео я вам передам привет. Поэтому жду ваши комментарии и ваши варианты ответов. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.